утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Бантик у меня красивый. Подарок в коробочке для Веснушки готов. Ну что, кажется, и я готова. Шунечка, привет. Привет, Зубочек. О, какая коробочка красивая. Думаю, Веснушке тоже понравится. Я сейчас собираюсь к ней в гости. Сейчас? Угу. Странно. А почему ты удивляешься? Мы же подруги. Да я только что видел Веснушку. Ой, она сама к нам идет. Пойду встречу ее. Стой, стой! Она идет, но не к нам. А куда же? Ну, не знаю. Да можешь ты толком сказать, а? Ну, в общем, Шунь, не ждет тебя Веснушка. А, давай-ка лучше вдвоем поиграем во что-нибудь, а? В шашки хочешь? Или в куклу? А может, картинки посмотрим в книжке? У нас новая книжка есть. Зубок, подожди трещать. Скажи, почему Веснушка меня не ждет? Ну, понимаешь, видел я ее на полянке. И что? Наверное, она решила к нам зайти, не дожидаясь меня. Да хотела бы зашла, а то стоит с какой-то лисичкой. В общем, они разговаривали, смеялись. С какой лисичкой? Не знаю, я ее раньше никогда не видел. Значит, если бы я сейчас пришла к ней, то дома бы ее не застала. Ну, тут и оно. Вот, значит, как. Смеялись. Вот-вот. О, Шунь, а мы с тобой сейчас сами знаешь, как развеселимся. Вот, слушай, я тебе смешную историю расскажу. Иду я, значит, как-то по лесу, а мне навстречу... Не надо, Зубок, не надо. Мне сейчас не до веселья. Да, понимаю, понимаю. Это очень невесело, когда о тебе друг забывает. Угу. Значит, Веснушка со мной больше не хочет дружить. Ну и не надо. У тебя и без нее много друзей. И еще будет полным-полно новых. Эх, ну почему же она со мной так поступила? Шунь, да не расстраивайся ты так. А хочешь, я сейчас побегу к Веснушке и спрошу у нее, подруги вы еще или уже нет, а? Ой, правильно, беги. Беги скорее. Нет, стой, Зубочек, я передумала. Не надо никого ни о чем спрашивать. И так все понятно. Да, наверное, Шунечка, ты права. Уж и не знаю. Да точно говорю тебе. Что на дружбу-то напрашиваться? Как мне грустно, Зубочек. Такая неприятная история. А что это у вас так тихо? Всем здравствуйте. Здрасте, дедушка Дарья. Здравствуйте. Что-то случилось? Случилось. И такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так, 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 ну-ка скорее рассказывайте. Шуня только что друга потеряла. То есть подругу, Веснушку. С чего это вы так решили? Понимаете, тетушка Дарья, Веснушка меня в гости пригласила, а сама гуляет с новой подружкой. Вот-вот, сама в гости приглашает, а сама... Подождите, подождите, друзья. Мне кажется, не стоит делать столь скоропалительных выводов. Да тут уж думай, не думай. Вот-вот. Было бы обидно, если бы ты не застала Веснушку дома. Однако ты не пошла в гости, Шунь, так? Не пошла. Но ведь Зубок сказал, что Веснушка на полянке с какой-то лисичкой разговаривает. Да-да, сам видел сразу же. Шуня об этом доложил. Но я бы на месте Веснушки обиделась бы на вас. А на нас-то за что? Не понимаю. Ну как же можно вот так, ничего не выяснив, затаить обиду на подругу? Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуй, Веснушка. Шунь, ну что же ты не идешь ко мне? Мы тебя ждем, ждем. Кто это мы? Я познакомилась с лисичкой. Она тоже в нашем Шишкином лесу живет. Ну, Шунь, я ее тоже к себе в гости пригласила. Хотела тебя с ней познакомить. Правда? Угу. Познакомить? Ой, Шунь, Шунь. Иди сюда. Знаешь,
Как-то нехорошо получилось. А что я вам говорила? Не стоит делать скоропалительных выводов. Каких выводов? Ну, это потом тебе Зубок с Шунчикой все расскажут. Да, расскажем. Правда, Зубок? Придется. Ну, хорошо, хорошо. По дороге расскажете. А сейчас пойдемте все ко мне в гости. Ну, неудобно как-то, лисичка там одна. Ура! Пойдемте скорее! Пойдемте. Спасибо тебе, Веснушка, за приглашение. Но все-таки сначала давайте попрощаемся с ребятами. Ага. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. И пока! Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.